Я со своего интернета почему-то на сайт не могу зайти, потому что, ну, у чувака сайт американский, я почему-то не могу на него зайти. Через прокси заходится. Я хз. Я, короче, в этот скину, как его? В Discord, да. Ссылку, если кому интересно, Ninja Gaiden этот. Правда, он работает только с геймпадом почему-то. Ну, по крайней мере, он так в видосе сказал. Может, потом пофиксит, фиг знает. Ладно. Продолжи. Ключи в ведре? Не. Нет ключей внутри, но знаешь, сапоги для прогулки. Затем лишь и нужны. Мисс Фортун, соберись. Хорошо, хорошо. Я проверю карманы. Смотри, нашла листок с какими-то цифрами. Оставь, может пригодится. Правила безопасности для обращения с большим серым волком. Если волк бежит от вас, на вас, готовый атаковать, то у вас не должно быть никаких сожалений о вашей жизни, потому что, скорее всего, вы умрете. Хорошо. А как насчет бросить какашками ему в лицо? Достать какашки из кармана и бросить ему в лицо? Как насчет этого? Пахнет чаем. Красота. Там еще одна игрушка. Ключ здесь. Круто, еще одна кукла. Кукла из соломы номер 4. Когда разбитые сердца и избранные получить дар от мира духов. Что это? Ничего. Секрет внутри? Круто. Девять, восемь, четыре, шесть. Оу, пять. Оу. Подожди, а как мне? А тут можно инвентарь посмотреть? Блески. Подожди. А как посмотреть-то еще раз? Нет, ты что, мне серьезно сейчас предлагаешь подбирать, что ли? Нет, ты серьезно? Ты угораешь? Какой пароль был? Он был перевернут. Блин. Ну серьезно. Никто клип не сделал. И никто не запомнил. Может, найдем здесь какую-то информацию о ключе? Конечно, не понимаю, почему бы нет. Ценю мои компьютерные навыки. Держу пари, пароль такой. Стой, мисс Форчун, кажется, ты держишь листок вверх ногами. Не мешай мне. Я знаю, что делаю. Сиди тихо. Восемь. Девять. Четыре. Пять. Че? 5, 4, 9, 8? А? Что? Я что-то туплю, да? 8, 9, 4, 5. Нет? Что? 5, 4, 9, 8. Два? Четыре, шесть, восемь. Че? Стрелочка? А-а-а, смотри, смотри, смотри. Че? Там написано шесть. Может быть, 5, 4, 6, 8? О, я!
Ну да, неудача. Мисс Форчун Рамирос Эрнандес, компьютерный гений. Ты слишком меня удивляешь. Закрытый чат. Посмотрим, что здесь написано. Фруктовое мороженое. Там пиписька нарисован. Это кот? Звучит безумно. Так, привет. Я был в туалете. Лол, о май факин гад. Ага. Мне не нужна эта информация. Как твоя ушная инфекция? В порядке? Так, мы можем поговорить в другое время. Bladed blood. Так, я забыл тебе сказать насчет этого ключа. Ага, ага, открывает дверь. Замок. Так, 27581. 27581. Кто-нибудь напишите. 27581. Так, я не думаю, что нам это понадобится. У меня уже есть код. Так, чувствую себя хорошо, как там медведь. Сосет мороженое. Это нормально? Не уверен. Но лучше смотреть за этим. Надо починить клетку Келвина. Никто мне не поможет, да? 27581 не напишет в чат. Восемь, пять, восемь, один. Запхай. А здравствуй, свет очей моих. Здравствуй. Спасибо, сэр Леонид 199 за подписку. Тир 2. 26 месяцев подряд. Если у вас есть Данчичка, бросьте ее в чат. И котеечку. Мяу. Спасибо, Леонид. Эй, здравствуй. 27581. Найс. И все неправильно написали. Все неправильно написали. Есть. Я лучше маленькая ниндзя. Ключ у меня. Молодец, мисс Форчун. Очень впечатляет. В документе увидел член? Ну, на компьютере, да, было. Она ему послала сердечко, ну, в смысле, меньше, чем 3. А он ей в ответ послал равно, и там, что там обычно дальше рисуется, больше. И что-то в этом духе. Ай-яй-яй. Хорошо, мы идем, как бы мне не хотелось этим заниматься, мы идем в клетку к волку. Идиотизм полный. Пора встретиться с волком. Эй, волчонок, иди. Дай мне тебя погладить, я хороший человек. Волчонок, блин, что его спугнуло? Почему маленькая леди не может просто погладить волчонка? Это было неожиданно. Не для меня. Обычно животные бегут от меня. Это печально. Стой, записка прям где-то. Я возьму ее. Мой злой... Адрес моего злого кузена. Лис... Скотт... Господи. Адрес моего злого кузена. Лесная тропа 15. Опенфилд. Да, я там больше не стрельну.
Ну, что-то бессмысленно. Я понимаю, что времени не особо много. Трас Бенджамина, отлично. Теперь мы можем вернуть счастье. Отлично, славно. Похоже, самый быстрый способ добраться до Алисы на лодке от Фантасмагории. Погоди, ты еще хочешь сказать, что мы попадем на Фантасмагорию? Похоже, что да. Отлично, я всегда хотел пойти. Ура, да. Не, я уже его не удалил, он есть. Готовы к новой порции вопросов, пока мы идем? Чат готов? Конечно, мои навыки отвечать на вопросы готовы. Отлично. Как обычно, будь честна, и все будет хорошо. Первый вопрос. Когда-нибудь слышал этот вопрос раньше? Это был вопрос? Ты слышал этот вопрос раньше? Да или нет? Икс да, бай нет. Чат? Ты слышал этот вопрос раньше? Это вопрос. Нет. Нет, ты имеешь в виду этот? Не, я не слышал этот вопрос раньше. Хорошо. Второй вопрос. Ты когда-нибудь врала другу? Когда-нибудь врал другу, да или нет? Очевидно, да. Когда-нибудь врали другу? Да или нет? Нет! Не, клянусь. Как скажешь, мисс Форчун. Теперь последний вопрос. Ты когда-нибудь видела чью-нибудь смерть? Да или нет? Да. Я видел, как умер дедушка. Было очень спокойно. Не так, как в фильмах. Все было иначе. Я просил его последовать меня, как преследовать как призрак, но он так не появился. Спасибо за честность, мисс Форчин. Не за что. Приближаемся к Фантасмагории. Да, я слышу. Потрясающе. Well, actually... вместо... А песика отвязали, мы его с собой взяли. И его забрали вороны. Это все Боссман. Я не виноват. Чат решает сегодня все вопросы. Вау, это жуткое место. Жучайшее место, которое когда-либо существовало. Мне страшно. Был бы у меня билет. Правда? Смотри, что-то упало прямо перед тобой. Прошу, не играй с моими чувствами. Вряд ли это билет. Ты уверена? Кажется, выглядит как билет. Не может быть. Ну, я проверю. Что? Билет? Без шуток? Славная шутка. Спасибо. Да не за что, мисс Форчун. Теперь найдем лодку, чтобы добраться до Алисы. Помнишь? Угу. А что тут было? Скелет? Жуть. Какой висячий художник, что? Призрак. Черт, это было жутко. Мисс Форчун, пожалуйста, следи за языком. Но я испугалась. Мне можно понять. Это не оправдание. Ну ладно. Здесь написано: добро пожаловать в Фантасмагорию. Спасибо. Фуфть! Жуткий клоун! Стрёмно. Воздушные шарики. Я люблю воздушные шарики. Просто чтоб ты знал, я люблю шарики. Хорошо, мисс Форчун. Эй, ты на другой стороне. Мисс Форчун заслужит веселье. Поэтому постарайся сделать правильный выбор для нее, хорошо? Понял? Постарайся уж.
У меня только один билет. Значит, я могу прокатиться лишь раз. Я осмотрюсь сначала. Хорошо. Фу, знаешь, однажды я видел документальный фильм о хот-доге. И теперь... Я не хочу есть хот-доги. Что? Крит енот. Что? Мать честная. Прошу прощения, я лишь хотел над тобой подшутить. Если сделаешь еще раз так, я закрою глаза и не буду ничего видеть. Ты что делаешь? Страшно же. Я не ожидал. Похож на Бенджамина, только страшнее и злее. Поэтому чё? Поэтому мы делаем фушь. Во. Сильный. Это дерьмо меня пугает. Так. Карусель. Или хоровобла. Не знаю, как лучше. Злые дети в школе говорят, что моя голова похожа на тыкву. Я вижу некое сходство. Чего? Ничего. Ну ладно. Запах свежеприготовленных конфет восхитительный. Да, жаль, мы не можем себе их позволить. Да, очень жаль. Я прям умираю от голода. Зацени. Хоррор хаус. Так, я не знаю, что там дальше. Так, у нас есть один билет. Карусель или дом ужасов? Го на карусельку? Да в смысле, что так? Я думал, хоррор будет. Не, что, серьезно? Го на карусель? А что еще есть? Не знаю, дальше можно идти, нет? Да ничего, он за ужасы. Тут есть карусель и хоррор-хаус. Я хочу хоррор-хаус, отстаньте, блин. Серьезно, мне интересно. О, славно, это дом с привидениями. Должен быть страшно. Ты хочешь потратить свой билет на эту поездку? Да. Ну что там карусель будет? Ну покрутимся просто и все. Все же хорошо, приятной поездки. А тут, может, нас напугают сейчас. Анимация огонь. Что? Инопланетяне. Мне нехорошо. Мне голова кружится. Думаешь, тебя стошнит? Им не хотелось, но поездка прошла слишком быстро. Было весело. Ладно, хорошо. Вдохни поглубже. Скоро тебе станет легче. Блеванил. Хорошо. Хорошо, хорошо. Пойдем найдем лодку. Лодка. Я в порядке. Загрузиться. Хира? Хиро тоже пропавший? Лол. Слушай, я не уверен, что я вообще хоть раз за игру сохранялся.
Тут можно сохраняться? Черт. Блин! Здесь куча игр. Я могу сыграть в одну. Ну, конечно, ты должна сыграть в одну, прежде чем мы отправимся на лодке. Мне нравится здесь. А тебе? Кому нет? Хочу сыграть в эту игру. Так у меня нечего, у меня ничего нету. Я билет потратил. Это бесплатное. Хочу сыграть. О, прошу, сыграй. Играй сколько хочешь. Правда? Хорошо. С настоящими пулями? Что? Шикарно. Что? Кажется, я сломала. Похоже на то. Она горит. Смотри, я получу призовой билет, если выиграю. Я сыграю. Давай, вперед. Мне не терпится узнать, о чем она. Он прям специально, да? Эти лисят такие же, как Бенджамин? Да они опасные лисы. Представь, что они украли твое вечное счастье, и бей их. Бей! Ладно. Ну-ну, нет. У-ху! Громила. Да, я победила. Отличный удар. Сыграть снова? Нет. Не-не-не. Слушай, мы выиграли билет, теперь мы можем на карусели покататься. А можно вернуться? Да, можно, пойдем на карусель. Ничего не знаю, пойдем на карусель. Я же использую свой билет. Я не могу прокатиться здесь. Так ты ж выиграл только что билет, алё, мать. Ты чё? Да в смысле? Какого чёрта? Алё. Ну такое. Блин. Ну ладно. Мистер Голос, может мне воздушный шар? Моя мама никогда не покупала мне. Так, может быть, ты мне подаришь один? Знаешь? Мы не можем. Смотри, а что это такое? Парящий шарик? Красиво это для меня? Да. Спасибо. Не везет мне. Не, мисс Фортчин. Прости за воздушный шар. Не переживай, в любом случае спасибо. Ух ты, гадалка. Могу я попробовать? Использовать призовой билет? Не, подожди. Форт! Смотри на эти призы. Золотая шоколадная монета, милая юбочка и кукла. Руслан, смотри, что я могу получить. А, это призовые билеты. Окей, я понял. То есть я могу выиграть, наверное, еще, да? Да, давай еще раз. Выиграем два. Хочу единорога. Дэмит. Хочу. Хочу единорога. Я знаю, кто будет выглядеть восхитительно в этой юбочке. Та-дам! Держи, единорог! Ты похож на милую леди.
Фуфть! Так, ладно, пойдем. Лебединое озеро? Тут говорит, что нужна золотая монета, чтобы прокатиться на лодке. Ладно. Да ну блин, серьезно? Смотри на лодку, она похожа на черного лебедя. Разве не круто? Очень-очень круто. Ай, не говори. Как бы то ни было, эта лодка отвезет тебя туда, куда нужно. То есть дом Бенджамина? Да, и это лишь одна золотая монета. Денег нету. На кишах вообще ни денег нету вообще. Я уверен, что сможешь найти золотую монету на ярмарке. Хорошо. Придется еще раз сыграть. Ну давай же заберем все. Я не знаю, что. Сколько надо? 3-4. 4, давай. Четыре билета. Эта хрень так часто ломается, что пипец просто. Да ну камон! Еще одна. Там в автомате, да, соломенная кукла, я ее сразу тоже хочу забрать. Почему бы нет? Круто, снова одна из этих кукол. Хочу ее. Реальность превратится в то, что дитя делает больше всего. Мне нравится желание. Что ты выбрала? Ничего. Это золотая монета. Золотая шоколадная монета выглядит вкусно. Возьму ее. Она не шоколадная, да? Богатая леди. Типа, наверное, все выиграть в автомате. Ачивку дали. А что говорит фортуна? А там нужно, я так понимаю, билет, да? Или нет? Сюда. Призовой. А, реворд тикет, окей. Тогда давай сейчас выиграем. Еще один. Тогда еще один. Сейчас посмотрим. Что там, леди Фортуна? Я догадываюсь, что там будет. Скорее всего, типа, чем-нибудь... ты сегодня умрешь? Просто в прошлый раз было то же самое. Когда мы печенье с предсказанием нашли, там такое было. Ну, давай проверим. Да. Здравствуйте, я мисс Фортун Рабирос Эрнандес. Я хочу узнать свое будущее, пожалуйста. Спасибо. Как только ты увидишь мир духов увидит тебя. Можешь быть уверена, он придет за тобой. Мир духов придет за мной. Что такое мир духов? Хочешь попробовать еще раз? Нет. Не.
Скриншоты игры. Я получил награду, эту сладкую шоколадную монету. Пойдет? Я не думаю, что это... Не, видишь, все в порядке. Ау, кто подумал. Ну что ж, ты готов к отплытию? Да. Да, будет весело. Надеюсь, нас не атакуют пираты. Или кракен. Что такое кракен? Ты поймешь, если увидишь. Ну расскажи, мне это любопытно. У нас нет времени на это. Просто забудь. Теперь я буду постоянно об этом думать. Кракен, если ты покажешься передо мной, я тебя увижу. Если я тебя увижу, я пойму, что это ты. Милый кракен, покажись передо мной прямо сейчас. А, что это за чертов кракен? Это место такое тихое. Здесь можно разговаривать-то? В общем, я тут подумала, как кракена можно погладить. Знаешь, как... Некоторые гладят собак, некоторые кошек. А я хочу погладить кракена, если это возможно. Я, конечно, слышал, его можно приманить рыбой. Рыбой, говоришь? Ну, у меня нет при себе рыбы. Видимо, я не поглажу кракена. Это была рыба с моста? Думаю, он счастлив, потому что я его спасла. А помнишь, я его спасла? С моста. Помнишь? Да, я помню. Видел, как он меня поцеловал в губы? Потому что он влюблен в меня. Потому что я его спасла. Меня кто-то любит. Привет, загадочный человек. Ты везешь меня к дому Бенджамина? Знаешь, голубоглазому пушистому лису, который оказался великим художником, укравшим мое счастье? Кажется, ты не особо разговаривающий, да? И что ты собираешь монеты? Ты так платишь за кровь и еду, верно? Мисс Форчун, просто оставь его в покое. Не, он хочет послушать, так вот. Ты любишь суши? Я знаю про суши, потому что у меня есть друг-призрак из Японии. Ты можешь говорить по-японски? Мне нужно кое-что перевести. Знаешь, что это значит? Киривада каде сука. Значит, не знаешь, да? Знаешь, я никогда не была на улице так поздно. Ты уходишь так поздно каждый день? Один. Ты будешь есть мою шоколадную монету, потому что я немного голодная. Прекрати болтать. Почему должна перестать говорить? Никто не разговаривает. Эй, загадочный человек, ты куда? О нет, а он плавать умеет? Эй! Вот что происходит, когда маленькая леди задает слишком много вопросов. И заставляет людей хотеть утопиться. Перестань, глупый. Я уверена, с ним все будет в порядке. Смотри, мы приплыли. Что? Зад. Че? Гляди, это кладбище игрушек. Говорю тебе, это что, Химен? Это Химен? Это Химен? Это... Или это этот? Тандеркэтс? Нет, ну это Тандеркэтс. Или Химен? Вон тот. Мужчина. На игровых хатов похоже. Или на Химена? Я просто не знаю. Вот это, то, что подо мной сейчас. Сколько времени? Темно уже. Мистер Голос, ты здесь? Ау! Что-то здесь не так. Что-то совсем не так. Что случилось, мистер Голос? Что ты имеешь в виду? Приближается, прячься. Я не знаю, что там играешь, но если ты меня напугаешь, я закрою глаза. Хира? Я заблаговременно, я узнал это лицо, это Хира был. Хира.
Оп! Хоба! Хира, ты где? Оба! Оба! Хоба! Балет. Пацаны! Ну, черт возьми, моя нога застряла. Это монстр. Мистер Голос. Ты видишь? Ты видишь его? Звук борьбы. Ставь меня в покое. Да ну нахер. Ой-ой-ой, полегче, мисс Форчин, притормози. А чё бежишь? Это был лис? Почти уверен, что это был лис. Нет, это монстр. Я видел его снова. Ты не знаешь, о чем говоришь. Не знаю. Нет, знаю, я видел его. Он что, на камеру снимает? Не делай никаких резких движений. Притвориться мертвой или встать? Это мистер Никрайт. Мне хочется встать. Ну, камон! О, Гранд Мэтч говорит Б. Встать. Привет. Ой, твои лапы. Такие мягкие. Не трогай ее своими грязными лапами, животное. Прекрати, ты его отпугнешь. Не уходи, Бенджамин. Я сейчас вспоминаю, как в Гриффинах, короче, это... Там была вставка такая, когда, короче, это, типа, война севера и юга была. Ну, там это... С индейцами, короче. И просто один из этих... В военной форме женщину пытается схватить, короче, и такой выстрел. Бабах нахер, голова у нее просто в куски. И она падает и просто стоит просто в кровище весь такой. И голос такой за кадром, знаешь, убери от нее свои руки. Такой, все, больше тебя никто не обидит. Пойдем. Хорошо, мисс Форчин, остановись и выслушай меня. Мне нужно тебе кое-что сказать. Если ты продолжишь бежать, то сильно пострадаешь. Я этого не хочу. Ты слишком важна. Но я хочу найти Бенджамина. Он был добр ко мне. Поверь мне, он опасен. Прекрати бежать, пожалуйста. Остановиться и послушать мистера Голоса? Или продолжать бежать за Бенджи? Чё это? Серьезно? Ты не понимаешь, как я сказал? Если продолжишь бежать, то сильно пострадаешь. Ага. Понимаю, я могу выразиться более конкретно, например. Впереди медвежий капкан, остановись или пострадаешь. Но мне захотелось сразу перейти к сути. Я понял. Да. Так или иначе, кто оставил здесь медвежий капкан? Я не видел никаких медведей. Но я не хочу указывать пальцем, но это определенно был лис. Кроме того, этот лис мне не нравится. У меня то, что называется лисофобия. Это правда? Да, я клянусь. Теперь давай сосредоточимся на вечном счастье. Ладно. Мне напоминает о бабсе, помнишь? Я тебе показывал тебе бабсе мишку в тайном месте. Он бы очень расстроился, если бы узнал об этом, понимаешь? Это медвежий капкан, а он плюшевый медведь. Он живет в мире фантазии, где не существует медвежьих капканов. А если он отправится в лес, он увидит это и не поймет, что может умереть. Теперь я вижу, как медвежий капкан убивает бабси. Вот так вот бывает. Теперь он умер. Бабси умер. Чем ты говоришь? Бабси, не слушаешь? Пошли дальше, мисс Форчин. Прощай, бабси. Пойманной смертью в медвежий капкан. Афуфть!
Так, что здесь написано? Смотрим, что здесь сказано. Он застрял. Что? Что? Сила света Праймив раскроет скверну мира духов. Что? О, правда? Интересно. Че? Блин, застрял камень, все, вытащить нельзя. А, чуй, да? Кукла. А, во все игры, что любишь, ты сможешь сыграть. Что ты делаешь? Ничего. Собираю куклу. Итак, мисс Форчин, у меня есть несколько вопросов к тебе. Чат, ты готов? Да, я готов. Замечательно. Теперь будь честна и подумай, прежде чем отвечать. Первый вопрос. Ты веришь в волшебство? Да или нет? Б. Нет. Не, папа говорит, что волшебство бывает только под кислоты. Ну, я знаю лишь одну кислоту, когда облизываешь батарейки. Второй вопрос. Ты мне доверяешь? Да или нет? Ты мне доверяешь? Нет? Нет, ты просто голос в моей голове. Мама тоже часто разговаривает сама с собой. Она говорит, что это ее внутренние демоны, и то, что сок их отпугивает. Мне жаль это слышать. Эй, ты мой внутренний демон? Я? Демон? Не. Не, ты не можешь быть демоном. Не с таким глупым голосом. Что ж, ладно. Теперь третий вопрос. Ты боишься смерти? Чат. Да? Да, боюсь. Я не знаю, хочу ли я быть мертвой. Это слишком загадочно, понимаешь? А что если я не смогу взять блески с собой? Нет. Ну, я думаю, ты узнаешь, когда умрешь. Похоже, будет гроза. Нет. Хоть бы дождь был не сильным. Не люблю, когда мои ноги мокнут. Я же маленькая леди, знаешь. Эй, посмотри на это. Кажется, мы на месте. Бенджамин, сохраняй спокойствие, мисс Форчин. Я спокойно. Я побуду на стрёме, пока ты ищешь внутри улики. Или что, лис спрятал вечное счастье здесь? Убедись, что хижина пуста. А если увидишь лиса, беги. Хорошо. Но я уже чувствую, что я не побегу. Если я его увижу. Похоже, Бенджамин хорошо рубит деревья. Наверное, очень мускулистый. Будь храброй, мисс Форчин. Хорошо, я сморюсь. Может, я смогу найти свое вечное счастье? Если оно у Бенджамина, я прошу его поделиться с нами призом. И все будет хорошо. Это принадлежит Бенджамину. У него милый стиль. Мне нравится. А чуть и отражения нет, слышь, мать. Вау, видеоплеер. Круто. Ты что, плеер собралась смотреть? А вдруг там лисиное порно? В лесах? Посмотрим. Бенджамин в телевизоре. Лисиное порно. Это монстр. Проклятье. Я сломал кассету Бенджамина. Это шметь. Может, я смогу починить? Афуфть! Счастье видеоплееру! Какой удобный диван. Это дневник Бенджамина? Прочитать дневник Бенджамина? Уважать личную жизнь Бенджамина? Икс или Б? Прочитать или уважать? Икс прочитать? Окей.
Я лишь взглянул на секунду. Бенджамин Бенджамин Юханлеус Рыжий Лис. Я знал, что его зовут Бенджамин. Мне предстоит... Босман, ты дневники пишешь. Опасная миссия. Миссия должна быть выполнена. Для этого я тренировался. Нервничаю, но в порядке. У меня есть исследование. И большая... Уверенность. Я перемещался из Сенар-Сити в Пандору, когда появляется туман. Я собирать вещи и иду. Нет информации о том, как долго оставаться. Я арендовать хижину до тех пор, пока работа не будет сделана. Моя задача важна. Босс! Говорил, в городе много жертв. Мне нужно мужество. Бенджамин из Допинфилдс? Готова поспорить, что у него есть акцент. Мне нравится это в лисах. После долгой прогулки в тумане я прибыть в город. Называется Опенфилдс. У городка хороший лес. Хижина очень милая. Есть телевизор. Кухня. Я сплю на диван. На диване. Я украшать хижину. Рыбные шарики странно пахнут. Съел грибы в лесу. Я освежаюсь после сна. Пытаюсь найти паразита. Не нашел. День первый. Провал. Паразит, говоришь? Многие жертвы пропали без вести в игре паразита. Я не смог помочь. Грущу. Я отправил сообщение боссу. Некоторые жертвы не приходят в Сенар-Сити. Я вижу паразита. Он напугал меня. И не есть больше грибов. Живот болеть и много газов. Нехорошо. Не есть этот гриб снова. Эти жертвы, какие игры? Бенджи боится паразита? Грибы серьезная угроза. Мне нехорошо, опасный гриб. Я оставаться дома, колоть дрова, делать чай и суп из корней. Хороший вкус. Я делаю куклы и рисунки для жертвы. Если она их видит, хорошо. Паразит опознан. Моргокот R010122. Он любит играть. У меня есть руководство с шагами. Мужество завтра, сейчас отдыхать, пока живот не станет лучше. Бедный Бенджи. Не чувствую боли в животе, только газы. И выходить в город помогать пропавшим жертвам. Марго знает, что я здесь. Марго много раз играть в старый трюк. Но он ошибся. Одна жертва может слышать его голос в своей голове. Код жертвы Мисс Форчун. Хороший код. Босс говорит, Марго нельзя ее получить. Она должна быть спасена. Но я... Следую шагам. Я видел, как Марго принял форму. Страшно. Марго. Пропавшим? Голос? Это тот монстр? Босс послал мне сообщение следить за домом жертвы. Я сплю вне дома. Прячусь в рупоре, в мусоре. Что? Не смог найти... паразита. Сегодня я не пришел. Большая проблема. Мисс Форчун наблюдает за мной. Странно. Почему она видит меня? У нее большие глаза? Я убежать. Чувствовать тепло в животе. Может, снова грибы щекочут? Большая проблема? Мисс Форчун? Но это же я. Наверное, меня влюблен. Я видеть, как Марго снова играть... Старый трюк. Жертва не понимает, что все это снова. Все снова. Должен решиться остановить паразита на этот раз. Я отправить много жертв в Сенар-Сити. Я получил защитника 2-го уровня. Типа это повышение, что ли? Я уверен, что смогу. Теперь у меня есть
Посох света Праймиф. Все сну. Зацените палку, Бенджи. Что он с ней делает? Тихо, дружище. Я опробовал посох света Праймиф в лесу. Весело. Я чувствую смелость. Практикуюсь, чтобы помогать мисс Форчун. Я увидеть, что она слишком много говорит. Я думать, она веселая и сильная. Что у тебя там в кустах такое? А это кусты? Ладно, окей. Марго сбит с толку чарами мисс Форчун. Я снимал на видео, как собирал дрова и пришел паразит. Но теперь я смел. Я испугался только чуть-чуть. Толк-толк-толк. Да, я знаю, о чем говорить. Он любит меня. Я сообщить боссу, я сделаю это сегодня. Все шаги пройдены. Приготовил чай на завтрак. Забавное чувство от чая. Травы из леса веселые. Я смел и уверен сегодня. Я готов. Если у Бенджи есть босс, значит у него есть работа. Тогда я могу выйти за него замуж. Окей. А фуфть? Нет, мы уже делали фуфть. Похоже, на Бенджамин любит самообразование. Нравится это в лисах. Значение любви. Когда ненависть хочет быть любима, что? Забавные истории от грустного человека. Так, обратная сторона спиритических животных, что? Взаимоотношения, ключ к сотрудничеству. Как быть серым? Смерть после жизни. Все, хватит. О, чай. Это чай пахнет розами и лимоном. Наверное, он называется букет Бенджамина. Потому я почти чувствую запах его лап, смешивающихся ингредиенты. Может, мне стоит попробовать? Попробовать или нет? Выпить или не трогать? Икс. На вкус определенно, как его божественные лапы. Вкусно. О, я странно себя чувствую. Почему вокруг него мухи летают? Опять блеванул. Да что ж ты будешь делать-то это? Арахисовое масло? Чё? Смотри на это, Бенджамин так одет. Это шляпа. Look at that sexy guy! Ау! Я чё хотел сказать до заставки? У неё акцент такой элитный. Просто пипец. Второй раз уже. Сначала она говорит, короче, I love my glitters. И она так это говорит, как будто, ну, 18+. И про Лиса она говорит так же. Она говорит, я люблю его пафс. Пафс. Ну, лапки его.
Но она так это говорит, как будто это balls. Знаешь? I love his balls. У нее странный акцент, я тебе говорю. Не дай бог мы какую-нибудь Реджину встретим, это же будет точно. I love you, Аджиня. Кошмар. О, здорово. Бенджамин. Мне очень жаль, что я сломала твой видеоплеер. Ты украл вечное счастье. Оно было обещано мне, если я пройду игру. Очень хочу его вернуть. Мне его разделить. Могу разделить, если хочешь. Ты боишься грома, Бенджамин? Не волнуйся. Можешь взять меня за руку, если хочешь. Что это? Это поцелуй? Это действительно происходит? Что это? Твой дневник. Извини, что расстроила тебя, прочитал я его, но это мне было любопытно. Ты боишься монстра из дневника? Кажется, я тоже его видела. Чего? Ты не можешь спрятать этих детей. Следовать за Бенджамином. Определенно следовать за ним. Я даже спрашивать вас не буду. Спасаешь меня, Бенджамин? Словно я девушка в беде? Привет, методология. Здравствуйте. Бенджамин? Куда ты идешь? Это что такое? О, нет, это... Бенджамин? За картиной есть дыра. Эй! Не могу дотянуться. Я же маленькая леди, значит. Возьми табуретку. Такая умная маленькая леди. Время воспользоваться моими навыками ниндзя. Фуфть! Фу! Тише, задница. Ты успокойся. Ты ниндзя-миссия. Бенджамин, ты здесь? Я не новый маленький стример. Значит, Бенджамин поставил их. Но Бенджамин кажется хорошим. Может, он поставил их для монстров? Консервированные рыбные шарики? Эти суши-шарики. Заперто. Картина с ключом. Интересно. 18 зрителей, но знать мне это не обязательно, на самом деле. Ну вот, теперь я расстроился, все, спасибо.